Бабочка под глазами мешочки, не узнает никто. А если пить в одиночку, это первый звоночек. О, вчера была ночка, голова на кусочки, две искусственных бочки, откатленные кусочки, уберите две точки. Боже, я спою вам, Боже. Я искала тебя, годами долгими, искала тебя, ночами темными. Вот это звезда! Вот это я понимаю! Не то, что наша современная, вот эта вот продвинутая молодежь, вот эти вот диджеи, вот такие вот. Знаешь? Кстати, ты знаешь, как смеются эти диджеи? Как? А вот так вот... Привет, Мурик! Привет, Жмурик! Маяч, такие шузы себе вчера купил, а? Ой, вообще! Вообще, да? Вообще! А я себе недавно джинсу приобрел. Ну, фирма, Левайс! А ну, пакет! Ой, вообще! Вообще! Я еще себе пуп пробил. Супер! Супер-пупер! Ух ты! А что это у тебя за бляха? Муха! Короче, вчера такую кислоту попробовал. Ну, вообще чуть не умер. А знаешь, как люди умирают? Как? Их аист уносит. Ой, ты знаешь, что-то в глаз попало. Что там в глаз? А ну, мошка. Мошка. А ну, мошка. Ой, кайфы вообще. Кайфы. Верни кайфы. Вообще кайфы. Короче, был вчера на тусовке. Такое движение выучил. Вообще трудное, сложное. Сейчас. Давай. Сейчас, если получится. Ну, давай. Сейчас. О. Да ты чё? Вообще трудняк. Вообще. О. Ой. Вообще. И главное, под любой музон. Супер отпад, а. Светская хроника. Да о чем вы, ребят? Это все приходящее и уходящее. А вот музыка, она вечна. Вот, вот настоящая женщина. Стоп. Спасибо. Пригласить на эту сцену наших главных гостей. Итак, встречайте, Эрик Клэптон со своими друзьями. Раз. Oh, sorry, one. Hello, I'm Eric Clapton, and I'm so happy to be here the first time. Где? А в Юрмале. Yes, in Юрмала. And I'm not alone today. I'm with my friends. It's Mick Jagger. Hi. Mahai. Yeah. And Elton John. You know? He's Ben Moore. Oh, yeah. Yeah. He's gay. No. No? I'm not gay. I'm... Gay. So our friend is a superstar from America, Whitney Houston. Галя, давай. Я казала у суботу підем раз. Bye.
мужики! А все-таки здорово в Юрмале, а? Да. А на Украине у нас что? Что? Каждый день же одно и то же. Это сало, это горилка, это цибуля. Хлопцы! Ну? Вот. Поехали додому, га? Белый танец, старые приглашают Маслякова. А где там возле Днепра? А возле Черного моря? Или где на еще? А посредине земли? А где-то в нашем дворе? Нет ни бога, ни черта, но зато у нас есть нормалек, пацаны. Там, в родимом краю, где я не был лет 300, где за каждым углом милицейский свисток нас встречает народ. Є речі, які пам'ятаєш все життя. Фірмові солодощі «Світочі» тільки з натуральних складників. Кажуть, що сьогодні все не так. Та я не погоджуюсь. «Світоч» – смачно, як у дитинстві. Not tonight. Have a date. Canta para mí, Ricky. Lucharé la vida entera por mi sueño. Vámonos. Чому я не можу бути просто самим собою? Я жую Дірол лише тому, що для мене він найкращий. Дірол ефект захищає ваші зуби зранку до вечора. Півзахисник сьогодні не в найкращій формі. Напевно, у нього легке подразнення шкіри. Подивіться на нападника. У нових Хаггіз вона просто чемпіон. Завдяки новому матеріалу Бейбісон, Хаггіз захищає шкіру дитини від подразнення на 40% краще, ніж раніше. Хаггіз Бейбісофт настільки ніжні та сухі, що малюкам в них так само приємно, як і бути голяком. Збережіть шкіру свого чемпіона здоровою. Тепер він у нових Хаггіз, і він виграє. Хаггіз – природньо здорова шкіра. Дивіться, звичайний засіб швидко стікає по стінках, як вода. А густий доместос залишається на стінках довго і тому використовується економно. Дослідження доводять, що одна пляшка доместос заміняє 10 пляшок звичайного засобу для чищення та дезінфекції. Густий доместос чистить дуже економно. Ті, хто вам любі, варті найкращого. Тому не погоджуйтесь на що-небудь інше, крім орбіту. Тому що кожного разу після їжі вживання орбіту зберігатиме ваші зуби міцними та здоровими, захищаючи їх від карієсу. І тільки орбіт дарує найкращий смак для здоров'я зубів. Єдиному в світі. Орбіт – найсмачніший захист від карієсу. Добірні зерна та їх досконале обсмаження створюють неповторний аромат кави «Якобс», що здатен поєднати людей. «Якобс» – аромат, що зближує. Thank you.
вважаєте охоронець? Суто чоловіча професія? Памела Андерсон доводить, що їй будь-яка справа до снаги. Адже її головна зброя – вона сама. Хто встоїть перед такою вбивчою вродою? Якщо ви багаті та знамениті, звертайтесь до агентства Памели Андерсон. Вона – суперпрофесіонал. На Інтерканалі Памела Андерсон у гостросюжетному серіалі «ВІП». Понеділок, 11 вересня, 18.10. Оригинальность следующей команды подтверждается как минимум тем, что в прошлом году именно эта команда здесь на фестивале завоевала высшую награду «Кивина в золотом». На нашей эстраде команда КВН «Четыре татарина», город Казань. Латышский тверд, но все же мы не теряем оптимизм. Нам расколоть его поможет простой татарский механизм. Сначала пойдем на экскурсию. Обратите, пожалуйста, внимание налево. Теперь посмотрите направо. Все нормально? Переходим дорогу. Перед нами знаменитый Юрмальский пляж. Пляж очень специфичный, поэтому будьте осторожны. За буйки не заходите. О, вспомнил, вспомнил. У меня же брат здесь живет. На улице Бринибас 17. О. Ага, по-нашему, значит... Ленина 17. Володя, выясни. А, ну, уважаемый, уважаемый, да вы. Не подскажете, как пройти на улицу Ленина 17? Молчит! Латыш, наверное. Слушай, слушай, а может быть у этого зала Динтери какая-нибудь история есть, а? Ну, конечно, есть. Строили-то всей страной. Скамейки принесли латыши. Украинцы построили сцену. Русские, как всегда, крышу обеспечивали. Ну, а мы, татары, воздвигли стены. Простите? Ильдар, ты что? Ты что? Не узнаешь нас? Это ж мы! Это ж мы. Ну вспомни! 60-е! 70-е! Наше тысячелетие! Татары были, есть и остаются! Боюсь вас разочаровать, ребята, только я ведь теперь этот... Латыш! Как это? Ну, практически. Вот последний экзамен остался. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы уже готовы сдавать наш экзамен? Я? Готовы. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, а когда на свете появился первый латыш? Ну, так мы,
латыши. Собственно, никуда и не исчезали. Правильно. Тогда скажите, сколько солдат латышской армии? А не скажу. Правильно. Вот вам вопрос. Сколько лет мы уже дружим с Россией? Долго. Ответ не точен. Слишком долго. Правильно. Хорошо. А тогда какие латышские приметы вы знаете, а? А, ну вот это. Если вам дорогу перебежал латыш, значит вы эстонец. Правильно, правильно, правильно. А что я говорил? Европа, все по-другому. Эльдар, Эльдар, а может быть у этого зала какие-то приметы есть? Ну конечно, это же здесь в 72-м году выступала группа «Сяйф». А, помним, помним, про них тогда писали. Посмотрите на этот талант. В свои юные годы он уже сам пишет музыку. Подумаешь, музыку писать легко. Писать легко, продавать трудно. Привет, Юрмала! Запил сосед у них в песочнице стачка. Нет, осталась одна пачка. На кухне записка: не жди, останусь у Гали. По телеку Ханюша, Карпуша, Степаша достали. Вчера мы к девчонкам подглядывали. Русскоговорящих латышей смогут посмотреть на русскоговорящих татар. Еще одна команда в этом эпизоде нашего КВНовского фестивального вечера. Еще одни большие оригиналы. Финалист прошлого сезона высшей лиги, сборная команда КВН, город Санкт-Петербург. Все началось с того, что меня и моего друга Вовку из третьей парадной отправили в детский сад. У нас была потрясающая воспиталка. Обидно!
жвачку! Сейчас же выплюни жвачку! Это не жвачка, это мясо! А-а-а! Тогда Вова расскажет нам историю, случай в лесу, которую придумал сам. Ничего я не придумал. Они правда были голые. Шли годы, и мы с Вовкой стали ходить на дискотеки. Там было очень много крутых ребят. Но мы с Володькой все равно были круче. И тут Володька пошел. У него было пару проверенных трюков. Вау, какой парень! Кто это? Да, я был лучший. И после такого успеха я не мог не связать свою судьбу с шоу-бизнесом. Ну и Володька всегда был рядом. Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня я представляю свой самый непредсказуемый проект века. Итак, встречайте, наш ответ Мэрилину Мэнсону, Жанна Агузарова! Человечество! Человечество, я должна тебя предупредить. Будь осторожнее в лесах, Юрмалы, там медведи. И в это время года они особенно ядовиты. Жанночка, мы все, конечно же, знаем, что это ваш последний концерт на земле. Жанночка, когда же вы нам споете? Зачем? А, ну хорошо, только немного, мне пора домой, на Луну. Прощай, недобрая земля, не понимают здесь меня. Я на твоей звезде звезда, Мадонна. Родная, милая Луна, в иллюминаторе видна. Ведь я совсем недалека от дома. Я возьму с собою брата вас. Ботиночки желтые и черную-черную кошечку. Я возьму стекло и пенопласт. Вот новая музыка, новая музыка, новая. Время шло, и вот в составе российской делегации я прибыл в Латвию. А Володька... Добрый вечер. Буду краток. Большая семерка, узнав о реальном ядерном потенциале России, согласилась стать маленькой шестеркой. И вообще, ситуация вокруг России и Большой Семерки напоминает мне сказку «Волк». И семеро козлят. Причем козлят – это глагол. И еще. Латыши, помните. С нашим языком покончат, за ваш возьмутся. Это.
Вы что здесь? Там футбол вовсю. Там наш «Зенит» играет с кем-то. Не с кем-то, а с Конта. И вообще, я считаю, что ситуация вокруг России и Латвии должна нормализоваться. Потому что старых друзей не забывают. Правда, Вася? Извините. Ну что ж, всего доброго, до свидания. Люди разных судеб и разных стран. Алло, там он! Да, скоро буду! В этой жизни делятся пополам! Зрелый возраст представляется здесь наверняка достаточно ранним, поэтому следующий эпизод. Дамы и господа, начинаем первый в истории человечества телевизионный мост между Арменией и Латвией. Добрый вечер, Латвия, Лапдиен. Добрый вечер, Ереван, Начинаем телемост между Ереваном и Юрмалой. Армен, я хочу вас поздравить. Сегодня в юрмальской студии собрался весь цвет Латвии. А у нас в ереванской студии мы собрали армян, которые еще понимают по-русски. Как я посмотрю, в отличие от Латвии, в Армении еще очень много людей, которые понимают по-русски. Тонкий латышский юмор про армян. А что, в Ереване есть тонкие армяне? А что, в Латвии есть юмор? Гарлемский негритянский театр с постановкой пьесы «Дуэль Пушкина и Дантеса» для афроамериканцев. Встречайте! Good evening, ladies and gents. Добрый вечер, дамы и господа. Good evening, my white brother. Добрый вечер, Александр Васильевич. This evening I want to tell you the story about Pushkin. Сейчас... Shut up, bitch! This is the story about love. This is the story about stress. This is the story about Pushkin and Dantes. Это история дуэли Пушкина и Дантеса. Ladies and gents, Mr. Pushkin is a bad nigga. Дамы и господа, Александр. I am Black Scrooge. I'm fuck your nana. What? What a fucking devil! I don't want to kill you. Duel. What's up? Hey yo, what's up? What's up? What's up with that? What? Hello, my nigga!
But Dantes is super bitch! Dantes is serial killer! Pushkin is not done! Pushkin is forever! Pushkin is alive! Hey! Hey, yo, what's up? Stand up, all of you, stand up! Mr. Alex Pushkin! What's up? А у нас еще один гость, посмотрим, кто же это. С ума сойти, капитан команды КВН, новые армяне! Знаем, знаем, вот такой вопрос в команде КВН «Новые армяне». Вот вы так много шутите о других, а слабо пошутить про себя, а? Вы знаете, древняя армянская мудрость гласит, не все армяне одинаково бесполезны. Да, да. И чтобы доказать эту мудрость, я сегодня решил рассказать юрмальской аудитории про свою личную жизнь. Чтобы мой рассказ был не слишком скучный, я захватил фотоальбом. Музыку! Я родился веселым мальчиком, акушеры очень долго смеялись. Юность была тяжелой, подрабатывал чернорабочим. А в 16 я вздохнул полной грудью, полной грудью Памелы Андерсен. А потом я попал в плохую компанию, компанию Columbia Pictures. Я стал изучать язык английский, но и свой англичанам показывал. А потом пристрастился к наркотикам, угадал улыбку Джоконды. Но меня спас один одноклассник, обещал познакомить с бабою. Ну а мне нужна такая баба, чтоб потер и желания исполнились. За что было потом не судите, я был молод, нужны были деньги. Но в деньгах оно счастье, да и слава не такое уж бремя. Ведь в жизни надо оказаться в нужном месте и в нужное время. Спасибо, Ереван. И что вы скажете нам напоследок? Пожалуйста. Армяне всегда и во всем стремились быть первыми. И чтобы это доказать, сейчас мы уже в июле поздравляем всех жителей города Юрмала с наступающим 2001 годом! С Новым годом! Все сегодня все свои, за что не шутить нельзя. Солнце, море и шашлык, наши верные друзья. Все, что было, не разложим забыть, хоть и улетим, как стая птиц. Унесем домой с собою емас, пиво. Солнце, что мигнуло мимо пляжи, сосны, все друзей, детей и взрослых. И, конечно, женщин, если им чуть-чуть нужны. И теперь программу для тех, кому за 22. Продолжает команда, в отношении которой у меня как бы нет уверенности, что все члены этой команды достигли столь критического. Беларусь мультфильм представляет «Мушкетеры в Латвии или 300 лет спустя». Пора, порадуемся на своем пути.
четверо. Господа, как здорово, что мы снова вместе! Атос! Я! Портос! Я! Арамис? Пчела укусила! А вы, Д'Артаньян, не изменились! Небось, все такой же ловелас! Д'Артаньян, а сколько у вас было женщин? Ах, много, сударь, много! Четыре! Ах, нет, это не все, я вспомнил еще один случай! 56! Арамис, Арамис, а вы все по-прежнему со своей кузиной Белошвейкой, да? Атос, еще слово, и я буду вынужден скрестить с вами миледи! Эй, господа, а давайте развлечемся, как в старые добрые времена. Напишем кардиналу письмо. В стихах. Пишите. Кардинал. Кардинал. Рифму. Кардинал козел. Да, какая рифма. Кардиналу. В это время во дворце кардинала. Первое, не убей. Выполнил. Второе, не укради. Выполнил. Третье, не прелюбодействуй. Пропустим. Четвертое, не пропускай, не прелюбодействуй. Рашфор! Ваше высокое преосвященство, мушкетеры в городе! Откуда вы знаете? Они написали вам письмо. В стихах! Нужно срочно бросить на мушкетеров наших лучших людей. А может, лучше их подкупить? О чем вы говорите? Мушкетеры денег не берут. Что значит не берут? Откуда такие дурацкие стереотипы? Не берут. Ну что, господа, в трактир? Эй! Трактирщик! Трактирщик! Лабвакар, что будете заказывать? А, милейшая, дайте-ка нам по кружечке анжуйского. С вас 13 лат. А как это вы так быстро посчитали? Мама русская. Милейший, милейший, откуда же у нас деньги? А давайте лучше сыграем с вами в преферанс. Я не играю в азартные игры. Ну, тогда устроим викторину. Я не люблю викторины. Господа, а давайте я ему... А, викторина, да, отличная идея. Но победителю приз. Ящик вина. А, ящик вина. Итак, вопрос. Кто зовет больше латышских композиторов? Чурба первый, начинаем. Раймонд Паулс. Подавис. 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 Что-то мы не припомним такого латышского композитора. Подавись своим ящиком вина. Нет, господа, похоже, сегодня мы здесь не развлечемся. Господа, гвардейцы кардинала! Друзья мои, один за всех! Ну что ж, Д'Артаньян, никто вас за язык не тянул. Что они решили сделать Д'Артаньяну приятное. Тем более, что через 11,5 месяцев у него был день рождения. Д'Артаньян, мы решили сделать вам приятное. Ну почему не...
Констанция, Д'Артаньян! Ах, а почему от вас так пахнет одеколоном Арамиса? Ну, выпила для храбрости! Ах, Констанция! Д'Артаньян, вы такой интересный мужчина! Это что-то! Это не что-то! Это эффект моей шпаги! Раздеваться я готов на что угодно. Просите, чего хотите? Чего вы хотите? Водки! А? Ну и цветы, конечно, цветы! Боже мой, это кардинал, он меня убьет. Ай-яй-яй. Как ваше имя, дитя мое? Сестра Клари Понтриага Катисса. А покороче, так сказать, уменьшительно-ласкательно. Сестричка Клари Понтриага Катисса. Ладно, приступим к делу. Не угодно ли вина? Да. А как убьете ту отраву? Констанция! Жанра в этот момент должен был наступить хэппи-энд. Но по законам Латвии в этот момент у мушкетеров закончились визы. Эх, господа, как жаль, что нас останавливают не шпаги и мушкеты, а какие-то там бумажки. Ты помнишь, как мы в детстве приезжали? Увидеть Вильнюс, Ригу или Таллин. Жвачку Калев на троих делили. И Динтер всем красавицам дарили. На каждый праздник лишь одна забота. Но-но! Где рижский взять бальзам и где взять шпроты? Собой не спал светский, как родные. И что нам от всего осталось? Ныне только имя. Встретимся! Конечно, 10 лет спустя. Или 20 лет спустя. Или через 3-4 столетия. А давайте через год. На этом же месте. Вот и ши! Надо чаще встречаться! И на разных мы теперь берегах. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, и
Что случилось? Скутер умер. Но несмотря ни на что, мы начинаем нашу программу. У вас в гостях программа «Ищу тебя». Наша программа помогает людям, которые ищут друг друга. Ищут не от скуки, а от того, что поклялись из-под земли достать. И первая наша история о двух братьях. Братьев перепутали еще в колыбели. Хотели утопить одного, а утопили... обоих. К несчастью, оба брата спаслись. Одного выбросило на берег, а другого воспитали водолазы. Это первый человек, воспитанный собаками. Водолазы? Собаками-водолазами. Итак, встречайте братья на сцену. Брат! Брат 2! Друзья, на ваших глазах произошло чудо. Обнимаются два совершенно посторонних мужчины. Как? Разве это не мой брат? Нет, ваш брат вот. Собакозаводчик водолазов-чемпионов, которые воспитали вашего брата. Но почему он тогда кинулся ко мне целоваться? Не надо. Для него это больной вопрос. Самое главное, что ваш брат нашелся. Забирайте же его! Как это забирайте? Интересненько! Это моя собака! Я ей, между прочим, уже все прививки сделал. Ну, как же вы не понимаете, что это не совсем собака? Это человек, у которого нашелся брат. Где же ты раньше-то был, брат? Вот, кстати, интересненький вопрос. А то, как он подрос, да полную грудь медалей понаполучал, так тут ему каждый брат. Можно подумать, он эти медали на собачьих выставках получал. А нет, на Олимпиаде в Сидне. Как вы видите, их нельзя. Их нельзя разлучать. Да, придется вам взять их себе обоих. Хорошенькая у вас передачка. Да, неплохая. У нас в гостях... самое крупное лицо нашей эстрады – певец, который поет песни. Юрий Антонов. Иногда обо мне забывают, мол, Антонов, кто это такой? Все равно от Москвы до края никому не сравнить. Гляжу себя, как в зеркало, да, голова красивая, и руки тоже ничего, и щеки да правее. Давай не видеть мелкого, ведь у меня все крупное, к тому же зрение у меня, и рук и ног сильнее. Очередная музыкальная заставка латышская, конармейская. Послушай, я слышал, что были латышские стрелки, но неужели были еще и латышские конники? Что ты? Несется.
Молодцы, латыши. Да. Почему же? Русские тоже молодцы. Гармошку придумали. Да, а извращенцы немцы придумали играть на ней губами. Домой, 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 домой. Кстати, коли уж речь зашла о губах, у нас в студии гость. Это популяризатор новых русских сказок Николай Губасков. Встречайте. Как-то в деревне Березино, где жили бабка с дедушкой, из булочной сделали казино, а им так хотелось хлебушка. И вот они тряхнули стариной и колобка слепили, вложили в него дрожжи и вино, а в ошейник старшим не вложили. Ушел от бабушки, осознав вдруг это все в один прекрасный день, он с этим жить не смог. Рыдает бабушка, дед от досады бесится, что слишком высоко Следующий гость нашей студии – это человек, который потерял совесть. Ты где был, когда мы выступали? Ну, это, короче, длинная история, путанная. Ну, во-первых, она оказалась борцом с умо, а во-вторых, у меня парашют не раскрылся. Какой? Какой парашют? А что, про борца с умо уже не интересно? Нам интересно, где ты был. Подвиг совершал. Защищал честь женщины. Красивый. На любителя. Их там пятеро было, этих любителей. Вот. Завязалась баталия, значит. Брюс Ли, помните? Забудьте, вот. Значит, я десятерых голыми руками уложил. Из пятерых, да? Не цепляйтесь словам. Десятерых голыми руками уложил, а десятерых голыми ногами, значит, вот. Так ты что, подвиг в голом виде совершал? Ну, понятно. Я же прямо из бани на подвиг махнул. Там одеваться некогда, каждая секунда дорога. Угу. А в бане что делал, мылся? Не, звонил. Я как пришел, сразу позвонил. Пришло 5 девушек. Всех звали Анжеликами. Слово за слово, в общем, опять драка. Про Брюс Ли забыли? Вспоминаете, вот. Драка, в общем, и приехала милиция, и все бы закончилось плохо, если бы не этот Путин, вот. Какой еще Путин? Как? Ты не рассказывал? О, не поверите. В общем, иду я по Юрмале, а навстречу Путин. Ну, конечно, узнали друг друга. Телевизор все-таки оба смотрим. Потом-то, как обычно, значит, ларек, посидели, потом всю ночь Клинтону звонили, и к утру Клинтон согласился, что Россия мегадержава, Америка сборище матросов, а Спартак чемпион. Ну, врет,
врешь! Врешь! Я же говорил, не поверите! Ладно, Гриша, ты скажи только одно. Тебе хорошо было? Хорошо. Да. Местами. Воистину говорят, что русскому хорошо. А, то латышу потом убирать. Запрягая черепа, бросим море 10 латов, чтоб вернуться к вам опять. 10 латов многовато, кто полезет доставать. Сибирику, Сибирика, не разглядеть издалека. Зато латышу, латыша, все разглядит, но не спеша. Увидели мы, собственно, дорогие друзья, концертная программа на нашей эстраде в городском саду как бы завершена, но вечер не закончился, у нас еще много всего не закончился, конкурсный вечер, у нас еще много всего, и жюри начинает, как обычно, я помню, бурное юрмальское совещание, чтобы выяснить, кто, выражаясь старым таким эстрадным языком, кто же сегодня был гвоздем программы, кому достанутся вот эти пять кивинов нынешних. А я поступаю традиционно, я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену всех участников 5-го в Юрмале и вообще 6-го международного музыкального фестиваля команд КВН. Голосящий кивин 2000. Прошу, ребята. Дорогие друзья, жюри, разумеется, продолжает совещаться. Ну, а то, что я сейчас скажу... Томск, Новосибирск. Плывет страна, которой как бы нет. Сквозь шторм реформ и сквозь бурбу газет. Сквозь град налога и цунами цен. И ясно всем, что трудно всем. И ясно всем, что легче всем. Сотни бед
Команда КВН города Владивостока представляет особенности национальных особенностей. По саду ли в огороде расцвела капуста? У кого-то денег много, у кого-то пусто. Кто-то ходит в гости по утрам, а кто-то любит. Да-да-да, когда все соберутся вместе, купим мы оттуда все сосиску вместе. Сейчас играем, но после будет вести. Есть у нас еще журнал. Красивых девчонок, и что, они же из шоу! А? Здорово, пацаны! А мы представляем Дни русской культуры в Прибалтике. А начнем мы с особенностей национальной рекламы. Вчера я пришел домой грустный, но мама сказала, что я ей медвежонок, и дала мне мою любимую футболку. Мама... От меня жена ушла, а ты своей футболкой. Да ладно, не бери в голову. Пойдем лучше ко мне в гости сходим. Я тут как раз недалеко живу. Ну знаешь, вот площадь за углом. А, новый дом, ну такой страшный, с дурацкими квартирами, да? Не знаю, я в подвале живу. Конкурс парашютистов-частушечников. А у нас особенности национальной дружбы. Встречайте, детский хор центрального телевидения и радио. Песня о дружбе. Go, Йомас. Мы были не разлей вода с тобой так много лет. Курили, пили, иногда ходили на балет. И я спокоен, да, что в любой беде я услышу голос друга. Коля, я здесь. И вот я девушку нашел. Аллилуйя! И мы остались наконец наедине. Есть! Я выключаю свет, кричу, любимая, ты где? В ответ я слышу голос друга. Коля, я здесь, камон. Коля, я здесь, камон, камон. Сегодня свадьба у меня, о, будет круто! Невеста весит 100 кило, а это внука! Ко мне любимую подносят два атлета! Ой, дорогая, лучше весело ты внета! Меня смутил, ага, ее запах духов! Это же друг мой, Коля! Коля, я здесь! Камон, камон! Коля, я здесь, камон! О, брат, брат, купи стакан фанты, брат! А, брат, два! Только что вы просмотрели краткое содержание фильма «Брат 2». А у нас особенности национального телевидения. Программа «Ищу тебя». 20 лет назад мы с ребятами играли в прятки. С тех пор я нашел почти всех. Кроме Васи. Вася, если ты сейчас слышишь меня, отзовись! Туки-туки за себя! А у нас особенности национальной музыки. Гитара, Honda, аккорд. Особенности национального вокала. Встречайте, Сергей Сыроежкин! А почему опять Сыроежкин? У меня тоже голос. Я тоже петь хочу.
чиста, и не нас, и не наши победа. Смотрим девушек, представим себе каждую. Здесь болеют за нас, эй! Ровно два человека. Я люблю этот город, без надежды люблю. Программа «Старый телевизор», я ее ведущий Лев Новоженов. Сегодня у меня в гостях известный фокусник, мастер анекдотов и просто замечательный человек Амаяк Акопян. Добрый вечер! Добрый вечер, Левочка! Добрый вечер, уважаемые зрители! Ну, и чтобы сразу нам сейчас как-то разрядить обстановочку, я расскажу замечательный анекдот. Итак, встречаются два армянина, и один другому говорит: «Послушай, Армен, а ты «Брат 2» смотрели?» «Ара, как смотрели? Слушай, такой трогательный песня. Брат 2, не стреляйте друг в друга». Спасибо. Ну а наша сегодняшняя программа посвящена музыке 80-х годов. И первым мы хотели бы вспомнить этакого укупника 80-х. Ну а моя, как ты думаешь, кто это? Нет, Левочка, так неинтересно. Пусть это будет фокус. Смотри. Оп, дунули. Сказали волшебные слова. Сим, салявин, ахалай, махалай. Ляс. Итак, встречаем Игорь Корнелюк. А, Игорь Корнелюк, концертный зал «Россия», 89-й год. Смотрим пленочку. Все говорят, как не надо, сам виноват. Ну а пока вы смотрите эту пленочку, к нам в гости пришел, кто бы вы думали, о моя... Неужели? Да-да, сам Игорь Корнелюк. Добрый вечер, добрый вечер. Замечательно. Игорюк, присаживайся. Игорюк, я, конечно, очень уважаю твое творчество. Но, честно говоря, то, что ты творил в те годы, это просто откровенный идиотизм, а? Вот смотри, побежал в зал зачем-то, сел какой-то девушке на коленки, она молодая и хрупкая, а ты здоровый мужлан, вообще, можно сказать. Куда ты вот бежишь, а? Чё ты хочешь? Давайте включим звук и послушаем. Ну, не знаю, по-моему, с твоей стороны это просто откровенное хамство. Сидят уважаемые люди, у них, естественно, билетов нет. Совершенно зря, Левочка, обижаете Игоря. Игорь, расскажите нам лучше о своих нынешних творческих планах. С удовольствием. Я, конечно, понимаю, что все это был, в общем-то, детский сад. Нет, ну фуфло, в общем-то, полное. Да. Но сейчас мои тексты, они, знаете ли, более осмысленны, что ли. Вот аранжировочки появились такие вот... Техно-дэнс. Да. Да что мы будем говорить? Давайте прямо в вашей передаче премьера песни. Давайте. Итак, пожалуйста, премьера песни. Ну что тут поделаешь, Игорь Корнелюк, он совершенно неисправим, а? На, замечательно. Наша программа посвящена музыке 80-х годов, и сейчас у нас рубрика «День рождения». Так вот, сегодня день рождения гитариста группы «Depeche Mode». Также этот человек параллельно является лидером движения «Скажи наркотикам иногда». Вот. А в 89-м году Depeche Mode приезжали в Москву и выступали перед детьми в детском саду. Если бы вы только видели, что дети устроили на этом концерте. Ну так я понимаю, мы сейчас это и посмотрим. Oh, yeah.
По-моему, это были дети. Мартин, я скажу тебе одну вещь. Дети хуже наркотиков. Истина. Да. Ну, да. Ну и чтобы нам сейчас сразу как-то разрядить обстановочку, давайте послушаем телефонный звоночек. Да, говорите, вы в эфире. Алло, алло, здравствуйте. Я сам КВНщик 80-х, и мне очень нравятся шутки о маяке. Спасибо, вы, кстати, один из немногих. Ну, и как сказал однажды Александр Васильевич Масляков... А, простите, кто сказал? Ну, и чтобы нам сейчас как-то сразу разрядить обстановочку, вот, я покажу еще один замечательный фокус. А маяк фокус ты покажешь в другой раз, потому что сейчас у нас рубрика специальная, посвященная джазу. До сих пор, к сожалению, неизвестно, откуда он вообще появился. Как это, Левочка, ты не знаешь, откуда взялся джаз? Сейчас я тебе все покажу. Итак, представьте себе опустевшая сцена после концерта симфонического оркестра. Скажем волшебные слова все вместе. Ахалай, махалай, син, салявим, ляски, замечательно, масяски. Итак, встречаем зарождение джаза. Пончики, клёцки, торты, пастилу и батончики, перец,
салаты, томаты, картошку, капусту, горчицу, грибы и окрошку, редьку, мацу, майонез и котлеты, яйца, свеклу, бешбармак и рулеты, сало, горошек, укроп и ватрушки, бананы, кокосы, морковь и петрушку, масло, шашлык, артишоки, грудинку, лук, суп, помидоры, бобы и тортинки, блины, мармелад, творог, пиво, тушенку, кофе, печенье, сметану, сгущенку, яблоки, рыбу, какао, солянку, желе, черемшу, колбасу, запеканку, креветки, лимоны, орехи и сливы, варенье, хлеб черный, хлеб белый, подливы, сахар, омаров, печенку, конфеты, сыр, уксус, лангуста, вино, чай, паштеты, соль, чипсы, пирожные, рис, отбивные, соломку, коньяк, языки заливные, дыни, филе, чебуреки, лангеты, манку, перловку, икру, винегреты, зразы, сосиски, чеснок, антрикоты, хрен, шоколад, макароны и шпроты, зельс, кабачки, беляши, цепелины, персики, щавель, цыпляты, маслины, киви, селедка, свинину, крыжовник, устрицы, тыквы, гранаты, шиповник, хрен, трюфеля, сушки и брюху, баранину, гренки, смородину, клюкву, крабов, компот, ветчину, огурцы, кефир, минералку, кизил, глупцы, чернику, пюре, пассисоны, клубнику, патоку, шкварки и землянику, ревень, изюм, фрикадельки, халву, плов и сосы, шпинат, айву, спагетти, миндаль, мед, галушки, рамштецы, ростбиф и манты, фасоли, биштецы, репу, редиску, харчо, чихахбили. Слегка закусили и снова налили. Моряки не плавают, моряки ходят. И поэтому больше всего они любят землю. И моряку что песни петь, что копать, одно и то же. Ну-ка, ребятки, взяли лопатки в руки и покажите, как вы умеете работать. Че это тебе со звуком, а? Ну так, лопата-то совковая. Носилочки чуть погромче. Ну что, поехали? Ну что такое? В стране, где президент женщина, встречает женскую команду в тишине, государственная измена. Дорогие друзья, часто ли вам приходилось видеть на сцене женские коллективы?
Итак, для вас песня из репертуара группы «Лысины». Какие лысины? Блестящие! Баллада о латыше. Серьезный, очень деловой, нет мне места рядышком с тобой. Ты для меня один такой нежный, любимый и родной, но твой паспорт не такой. Сам себе ты рулевой. Народные песни. Еще моя бабушка сказала, что она зарыла клад где-то в Прибалтике под какой-то птицей. Как же мы будем искать? Ведь Прибалтика, она такая большая. Ребята, я знаю, искать нужно здесь, в Юрмале, потому что птица есть на гербе города. Смотрите, кафе «Пингвин». Птица? Ага, да. Копать будем здесь. Ну а пока ребята копают, на сцене Зинтери выступает заслуженный мостовик-затейник, автор песни «Нужен ли козе баян?» Или все-таки козел? Вадим Мечковский, встречаем! Так, все, успокоились. Значит так, я вам сейчас буду петь, а вы меня будете все внимательно слушать, понятно? Понятно. Там, где я буду делать вот так...
значит, здесь была шутка. Понятно? Понятно. Для начала я вам покажу сценку «Живой баян». Вот. А сейчас я вам покажу сценку «Мертвый баян». Вот. Оказывается, настоящая фамилия Валерий Леонтьев. Мальчик, почему ты не слушаешь? Почему ты не слушаешь, мальчик? Для кого я вот это все, вот это делаю? Иди сюда на сцену, ты думаешь, это так легко? Давай, иди сюда, попробуй. Вот ты, блондин с ушами. Иди, иди. Иди сюда, попробуй. Давай, подойди. Это нелегко. Возьми инструмент. Возьми. Да не этот, вот этот. Подойди к стойке, подойди. Значит, после четвертого такта сделаешь взбивку, понял? Мальчик, ты понял? А мне отвечать? Ну, скажи да. Да. Хорошо. Я попробовал. Хорошо, хорошо. Издалека, долго, не надо. Пригнал отец Волгу, пригнал отец Волгу, а ей 17. Что-то я устал, не мешало бы отдохнуть, а? Ребят, кстати, я недавно отдыхал с друзьями. Значит, выехали мы на природу, как обычно. По соточке, еще по соточке. Так до обеда 12 соток и вскопали. Так что копайте, ребят, копайте. А пока ребята копают, на сцене Дзинтри выступает заслуженная... Народная. Народная фишка России Земфира. Ну что, как спалось? Нормально! Раз, два, три, четыре! Мальчик, тебе уже сказали спасибо! Мне приснилось небо, Калгари. Да-да-да, это где-то в Лондоне. Кстати, как у вас с английским языком? Нормально. My family. Mother. Father. Sister. Brother. Grandmother. Grandfather. Grandsister. Grandbrother. Док. And Grand Dog. Кстати, как вы можете прокомментировать победу Алсу на Евровидении? Нормально. Латыши, это вам за хоккейный матч Россия-Латвия. Послушайте, послушайте, Земфишка. Всем известно, что в вашем творчестве красной нитью проходит судьба бедной девочки-наркоманки. Нормально! А девочка не пьет уже который год. По барам не сидит, не курит сигарет мужчинам и парням. Она не пристает, не смотрит по ночам.
на кассет, все они все вокзал. Все спросят, почему. Открою вам секрет. Ей 80 лет. Ребят, посмотрите, да вот же эти птицы. Копать-то надо здесь, а? Ребят, идите сюда. Копать ведь и не надо. Эти птицы — это и есть клад. Но его еще нужно доработать. Молодежная. Так. Это про нашу команду говорят, да, что поем лучше всех? Чушь! Выходи ты, выходи. Я? Да, да, выходи, ну спой что-нибудь, спой. Хватит, спасибо. Это песня называется. Ну давай, ты тоже спой. Тилавадила, тилавадила. Стоп, 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 стоп. Не надо. Ну, попробуй и ты тоже. Давай. Представьте, какой ужас. Тогда они поют все вместе. Грузии музыка достигла таких высот, что на телевидении начали снимать новый грузинский вариант передачи «Угадай мелодию». Добрый вечер, дамы и господа! Грузинская телекомпания представляет передачу «Угадай мелодию» Геннадсвали, а то я обижусь. А в гостях у нас популярная грузинская группа Вах Студио. Итак, мы начинаем наше шоу. Это музыка из передачи «Угадай мелодию». Правильно. Вы угадали, выбирайте категорию. А категория у нас следующая. О Сулико. Латышские народные песни О Сулико. Сулико в Динтере. И сулики 60-х. А что? Итак, вы какую категорию вы выберете? Что вы порекомендуете на первое? О Сулико. Отлично. Дамы и господа, встречайте, мои друзья, группа Boyz II Men. Хорошую информацию. Популярная певица София Ротару открыла свой собственный сайт в интернете. www.sofiarota.ru. А в ответ на это грузинская
грузинский певец Вахтанг Кикабидзе открыл свой собственный сайт. www.larisuivanovnuha.chu. И наше шоу продолжается, и категорию выбираете вы. Какая вам категория? О, Сулико или Сулики 60-х? Мне, если можно, любимые песни грузинских детей. Ладно, друг, специально для тебя, любимые дети грузин, встречайте! А мы с нами будем петь подольше! Ну-ка, грузин, петь, Сулико, делайте это очень хорошо, будем петь и радоваться. Ай, дорогой, к сожалению, вы не смогли назвать эту мелодию, и вы проиграли. Вы покидаете нашу студию. Дорогой, вечером на банкете встретимся, а сейчас вы выбываете из игры. И следующий конкурс – это торги. Мой любимый. Со скольких нот вы угадаете следующую мелодию? С шести. А вы? А я с пяти. А вы со скольких? Я же сказал, с шести. Победил участник, который угадает с пяти. Дамы и господа, встречайте Луи Армстронг. Меня сюда позвал Панутис. Звони, классно поет, не видишь? Но моя страна далеко от Путина. Уверен, вы попросите меня на бис. When I want свою Сулико. Как мне жаль, как мне жаль. К сожалению, это не Браво, это Луи Армстронг, и вы проиграли. Победил участник Гига Насаридзе. У меня заявление. Пожалуйста. Я снимаю свою кандидатуру в пользу президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. А почему? Как почему? Эдуард Шеварднадзе нам дал, ой, дал, ой, дал, ой, и обещал в будущем году привезти и дать, ой, 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 три штуки, притом японских. Дамы и господа, перед вами художественный руководитель Грузии Эдуард Шеварднадзе. Здравствуйте. Я очень рад, что нахожусь здесь. Я хочу поблагодарить Александра Васильевича, что пригласил меня на этот прекрасный фестиваль. На фестиваль «Колосящий кивин». Вот. Я хочу также поблагодарить моего постоянного спонсора, акционера общества «Грузинский мармелад» и желатиновые изделия. За оказанную финансовую и моральную помощь. Кстати, они обеспечили мой приезд в Юрмалу. И постарались очень, и обеспечили мой отъезд пораньше. Я не очень быстро говорю. И 10 часов у меня поезд. Ой, ладно, я вас не за... И напоследок хочется сказать, дорогие друзья, как вы думаете, зачем грузины приехали в Юрмалу? Выступать на фестивале или петь всеми вами любимую песню Сулико? Нет,
дела у нас тут. Покажу вам танго по-русски. Ну что, ушли? Да. Ну что, давай в дурака? Давай, в музыкального. Давай. Так-то, картишки наши. В Кобзон. Ты что, с козырей ходишь? Извини. Пугачева. Киркоров. Варум. Агутин. Бита. Пенкин. О, подмастил Моисеев. Ладно, Бита. Так, вот тебе Ветлицкая, а вот тебе Арбакайте. Мы что, в кости играем? На! Манго! Манго! А вот тебе подпевка Лещенко, а вот тебе подтанцовка Софии Ротару, а вот тебе подтанцовка Шихутинского. Где ты столько швали взял, беру? Взял, да? Да. А вот тебе Толкунова и Раймонд Пауз. Взял? Ну, два туза взял. А? А вот тебе Иванушки на погоны. Ай-яй-яй, что такое? Пошли вон, сорванцы! Извините, горлышко пересохло. Водички, пожалуйста. О, водичка. Дангешон, дангешон. Мой друг Йо, ты уже выучил домашние задания? Да. Я покажу вам лица школьников третьего класса средней латвийской школы. Итак, лицо школьника, который получил пятерку. Четверку. Тройку. Двойку. И, наконец, лицо школьника, который получил единицу. Ребят, что там? А? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я хотел представлять вам свой балет «Граница». Итак, посмотрите, как обычно переходят границу. Теперь посмотрите, как переходят американскую границу.